Всем привет. У меня есть такая программа. Так. Мы сегодня с вами будем рисовать тюль в баночке. Так. Ну, вот так, да? Мне очень понравился такой эффект. Масло. И мы будем делать. Начнем с фона. Видите, как классно. Да. И будем... Здесь есть кисточка. Размер, да? Масло. Такими мазками, да, как это делается маслом? Тут берем краски. Эти даже немножко. Но они смешиваются прям. В общем, я начала с фона. Даже можно и так, да, такими. Ну, вообще, очень приятно работать как будто. Настоящее масло. Давайте теперь немножечко сделаем с голубого. Пойдем. Один голубой. Красиво смешается с серым. Один больше назад. Так, по краям. Сейчас я все красим, да, вот так. По краям, ой, в серединку, он с вами. Там детей. В общем. Солнышко длинное. Вот и все. Такие маски. Теперь мы берем и делаем бутончики. Бутончики тоже будут. Немного вот. Два. Один вот здесь бутончик. Здесь баночек. Один здесь баночек. И один вот тут здесь. Один листок, второй листок. Классно, перемешивается вообще шикарно, так нравится мне. Как масло. Ну, накидаем зеленых оттенков. Темно-зеленый цвет вот такой вот. Листики. Так, они что у нас получаются? Это тут. Так. Чем ближе, тем светлее, да? Чем дальше, тем темнее. Мы делаем это все масками, да? Масками. Классно масками работать. Классно масками работать. Хочу немножко сделать. Вот идет баночка. Желтоватые. Розочки. Вот такой вот цвета. И делаем немножечко. Так. Ну вот здесь получается сделаем немножко серого. То есть снизу бутончика белого. Потемнее вот тут немножко сделаем сероватый. Потому что как бы такая немножечко тень будет. Немножко белый. Слышно? Серый. Внутри тупанчики тоже будут. Темнее, да? Внутри у нас маски. Вот. Ну и фон. Есть еще такой вот темно-синий. Но стены взяли. Другой, да? Такой вот. Вот такой вот фон. И делаем здесь. Так. Очень классно работать. Масками. Потому что сейчас еще будем, кстати, смешивать эти маски. Сейчас накладываем. Вот он, вот. Такой цвет. С белым, интересно. С блесками? А, это с блесками. Смотри, тут даже блески есть. Здорово. Вот, немножко уже смешивает. Цвет, и он тогда будет у нас перемешивать, здесь плавные переходы будут.
Это масло, оно перемешивается, да, приятно. Вот здесь у нас есть, да, у нас тут есть. Это я кисточкой перемешиваю, то есть там же кисточка, она перемешивается. Здесь. Тут есть еще у нас как палец размазывается, здесь вот его перемешиваю. Так. Листики. Немножечко у нас там пробутала листиками, чем на себе цвет. Размер кисточки уменьшить, увеличить. Где здесь у нас? Сделали с вами тюльпаны, белые и подпись.